зовут Диана Миронова, я из Москвы, мне 26 лет. Занимаюсь я уже на протяжении, наверное, 17 лет русским бильярдом. Полюбила, наверное, как вот с первого взгляда этот вид спорта. Я много раз для себя сравнивала пул и русский бильярд. И русский меня привлекал именно маленькими лузами, большими шарами, что сложно забивать. Но я не могу сказать, что я там пожалела, что я не пошла там в другой вид бильярда. Каждый должен заниматься своим делом, и я думаю, что я не ошиблась. Я нахожусь именно там, где нужно, и я больше всего люблю русский бильярд. Для русского бильярда у меня очень много достижений. 17 побед на чемпионате мира. В личном зачете у меня среди женщин 10 золотых медалей, плюс одна золотая как абсолютная чемпионка мира. 3 золотые медали среди девушек до 18 лет и 3 золотые медали в парном зачете. Из самых сильных, наверное, своих качеств я назову это целеустремленность, упорство, вера в себя, трудолюбие. Я тренировалась по 10-12 часов, и мне это доставляло огромное удовольствие. То есть мне даже ни разу не было такого, чтобы я хотела домой или я сказала, что я устала. Из слабого у меня была всегда психология моя. Выиграть больше всего, конечно, хотелось бы выиграть чемпионат мира среди мужчин, но меня, к сожалению, на него не допустят. В русском, наверное, я уже перевыполнила даже свой план. Поэтому вот хочу попробовать себя в других видах бильярда. Но, естественно, к этому турниру я подготовлюсь. И не хочется, конечно, ударить в грязь лицом. Хочется тоже по возможности показать неплохую игру. Но если соберу неплохую серию, буду уже счастлива.